Всем привет, друзья! Давайте сегодня с вами затестим новый режим поля сражений уже в открытом бета-тесте и поиграем за Малефисента. Обладает аурой по плюс 1-1 для всех механизмов в таверне. И, соответственно, нужно будет собирать колоду какую-то на механизмах, нанимать в основном-то мехов. Предзаказ, ребята, еще не делал, поэтому новый режим еще пока сам не тестил, только смотрел какие-то стримы. И возьмем здесь Михуру, в принципе, 2-2. Любое существо, вернее, Боба, стоит 3 монетки. Будь то какое-то крутое существо, неважно. И можно повышать уровень таверны, и, соответственно, будут предложены более крутые существа. А у Лоскутика способность, которая дает ему на 20 единиц здоровья больше. И все. Типа он может терпеть в начале и переходить в лейт-гейм. А мы возьмем еще и микроробота. Он будет качаться. Здесь, кстати, еще Михуру. Давайте, знаете, какая у нас тактика будет? Пока максимально быстро проспамим стол мехами. Таверну апать не будем. Против Нефарина играем, и он бахнул на один. Это его способность героя. Нанести всем одну единицу урона. Очень помогает против щитов. У нас же просто плюс один, один аура. То есть у нас тактика будет для начала проспамить стол, а потом уже будем чисто апать таверну. Пока возьмем Михуру. Видите, не хватает одной монетки до следующего левела, пока можем просто выставить Михуру и обновить таверну. Кстати, еще один микроробот. Если вы соберете трех одинаковых существ, то у вас появляется дуплет, и можно будет выставить на стол одно более крутое существо и получить случайное, раскопать случайное существо на уровень выше вашей таверны. Так, против Джараксуса и... Лол, ничья, ничья, слушайте, ну это повезло. В принципе, неплохо, существа у Джараксуса довольно-таки сильные, он обычно на демонах. И так, берем микробота, выставляем сразу же, апаем таверну. И здесь, пожалуй, можно взять единственное только кошмарное слияние, заморозим, потому что кошмарное слияние это, можно сказать, одна из самых имбалансных карт. Она является и мехом, и зверем, и, соответственно, всем чем угодно, и синергируется всеми бафами. Обязательно берем всегда, если предлагают кошмарное слияние, вначале уж точно. Это, кстати, глазастик на демонах, и у него уже 5-5 демоны, лол, и такие отстойные размены. Жесть, тут мы люлей получим. Правда, не особо мощных, но заклинатели гнева обладают нереально большими статами, всего лишь за одну, за первый уровень. Так, кошмарное слияние возьмем. Нужно больше проспама, чтобы не отлетать от таких демонов вначале. Возможно, возьмем даже стенку щитом, если что, потом на него будем что-нибудь магнитить. А вот уборочного голема морозить, я думаю, не будем. Оставим. В общем, у нас будет тактика на мехах. Далее апнем таверну. Желательно найти триплеты эти. Стенку поставим даже в начале, чтобы она разбивалась. И микророботы нужно, чтобы микроботы наши апались, апали атаку. Опять же, Раксус опять на демонах. У нас в прошлый раз была ничья. Но сейчас у нас стол стал помощнее. Правда, был пробав по ходу дела у Джараксуса. И да, мы выживаем. Кошмарное слияние выжило, и мы наносим 2 единицы урона от таверны и 2 единицы урона от существа. От ранга существа. Так, возьмем здесь пробавчик для начала, правильно? И смотрите, апаем таверну. И замораживаем Михуренка. На следующий стол ход мы его берем и уже получаем еще более апнутое существо с раскопки. Даже не особо выгодно мелких существ дуплетить оставлять. Выгоднее с них именно получать раскопки. Вот в этом и есть весь смысл. Кстати, Паладос может давать читы своим существам. Он типа тоже на мехах. Но мехи у него значительно слабее. Пробафа все-таки плюс 1-1 ему не хватает. И здесь мы, я думаю, побеждаем без проблем, да. Также 4 единицы урона прописываем. В рябнутой таверне. Короче, теперь берем Михуру.
Михуру нужно взять. Либо можно еще раз апнуть таверну, как вы думаете? В принципе, можно еще раз апнуть таверну. Только мы не сможем опять Михуру выкупить. Нужно что-нибудь продать. Правильно? А продать мы можем нашего механического тигра. Либо... Да, тигра. Стенку оставим. И как раз-таки мы получаем апнутого Михуру. И должны раскопать пятерку на уровень выше. Раскапываем существо пятого уровня. И тут... Блин, тут одни звери. А нафига мне звери? Мне нужны мехи. Ладно, возьмем тогда толстокожего дикорога. Хотя бы, если что, сверхуроном будет что-то призывать. А в будущем от него избавимся, скорее всего. Пока просто для проспама. Опять же, Раксус что-то нам везет. На него у него уже пробафы дополнительные. Так, Кадгар. У нас должна быть, знаете, какая тактика? Нам нужно механосборщиков находить. И вот этот вот демон настрелял. Настрелял просто моих мехов. И шестерочку, да, прописал. То есть нам нужно сейчас находить механосборщиков, которые апаются от умерших мехов. Вот это именно будет наш лейт-гейм. Так, эти пробафы нам никак не помогают. Мехов они не бафают. А вот пилотируемого кроша, ребят, берем. В принципе, неплохой. Такой юнит плюс мех. Можно взять еще и охранного ровера, но нужно будет дикорога, да, продать. Освободить слот. Как раз-таки монетку получаем. Итого, охранный ровер будет вторым, когда пилотируемый крошер подохнет, чтобы призывать стенки. Нужны микроботы, нужны кошмарные слияния. Ой, не шельмоботы, эти сборщики, то... О, вот он, есть, хламобот, точно. Вот хламобота замораживаем, ребят, вот это имба-карта. И, кстати, магнетизм щитом также неплох. Эту карту тоже обязательно нужно брать. Плюс меха в том, что обладают они, в принципе, неплохим лейт-геймом. К тому же есть магнетизм. И, кстати, у смотрителя есть аналог кошмарного слияния за 1-1. То есть он халяву получает этого юнита, которого может всегда легко бафать. В принципе, этот герой очень-очень хорош, но стол у него слабый. Здесь мы ему прописываем аж девяточку. Капец, ребят, мы в топ-1. Супер. Так, берем, значит, хламобота обязательно. Также возьмем еще и стенку с магнетизмом. Вот чтобы все это заюзать, нужно будет стол освободить в будущем. Так, прокскокера отстой. Можно взять кобальтового стража, но пока монеток нет. Я думаю, здесь лучше что-нибудь постараться еще раскопать. Вдруг попадется какой-нибудь триплет. Но его нет, да. Тогда здесь избавимся от охранного ровера. Ставим хламобота. И даже пилотируемый крошер, я думаю, уже не пригодится. Закинем магнетизм. Так, один слот, да, на столе нужен. Нужно заполнить. Хотел я замагнитить именно хламобота, потому что вначале он слаб. Нужно, чтобы он прокачался, и хотелось бы его защитить именно щитом. И на следующий ход, ребят, микробот. Все, замораживаем. Нужно будет апнуть таверну. Значит, воссоединить микроботов и раскопать уже шестерочку. Играем мы, кстати, с вами сейчас против Нефарина. Он, скорее всего, будет опять ауешить, да, в начале. Крутая билка, которая тупо срывает все щиты в начале. Это жесть. У него еще и героиня прокачанная, да, два щита. Лол, и статы тут жесть какие. Ну, понятно, короче, отлетает наш хламобот и... Блин, это девяточка. Жесть, жесть, жесть. На 9, да, получили. Не, против Нефарина, ребят, лучше нам не попадаться. Короче, апаем таверну. Берем микробота. И сейчас слияние. И 23-7. 23-7 статы. Ладно, шестерочку копаем. И врагорез, я думаю, ребят. Это крутой мех для лейт-игры. С размахами. Это просто супер. Опять, правда, у нас стол, слот на столе.
А, наверное, раздражаторов не будем плодить, поэтому Кажется, ты вряд идешь ли по получится лесу. еще раздражатора найти. Просто пропустим. Что-то полезнее. Возможно, от раздражатора я уже в будущем вообще избавлюсь. Так, минус слияние сразу же. Так, бес прокачанный. И барон Ривендера. А хрипов-то? Хрипов-то почти нет. Но бомбочки, кстати, мощно, да, залетают. И все. Не, ну смотрите, сейчас отлетает по-любому. Барон Ривендер, конечно, круто, но хрипов-то нифига нет. Минус Ривендер и... Холмобот, самое главное, выжил. Он 4-го ранга. И 11 урона это все. Это минус смотритель. Красиво. А, так, у нас, Кажется, ты идешь кстати, есть две стенки. по лесу. Давайте их Мое мнение. пробафаем, в принципе. Плюс 2-2 это сильно. Я всегда говорил, 5-го ранга больше существо, людей кстати, сильнее. это. Плюс 2-2 это того плюс 4-4 статы. За 3-то монеточки. А, как насчет взять культового кобальтового стража? Я думаю, можно взять. Если что, его потом разыграем. Нам как раз-таки нужен один мех на столе. Если сейчас будут пробафы, то сперва проюзаем пробафы. Так, на крепкого мародера маны не хватает, да. А ничего здесь продавать пока не буду, потому что, опять же, слотов на столе. Будет слот свободный, поэтому просто пока кобальтового стража. И даже просто таверну посмотрим. О, магнетизм. Магнетизм, тогда заморозим. И тогда не будем ставить даже кобальтового стража, потому что нужен слот на столе, чтобы закинуть этот самый магнетизм. Придется еще пока потерпеть. В принципе, пока запас по здоровью есть, надеюсь, ни от кого не отлетим. Просто value, ребят, больше с магнетизма, со стенок. И, блин, Фарян. Минус все щиты. Да, в любом случае. Героиня, естественно, сперва атакует, дает щиты. А, сильная, кстати, такая тактика, которая дает щиты не в самом начале, а уже потом. И хламобот у нас, по ходу дела, да, отлетает. И, блин, ну там перерождение, да, не перерождение, а предсмертный хрип и троечка. Ну, семерку получили в лицо, жесть. Ладно, тогда все, кобальтового стража точно сейчас ставим. Этого кобальтового стража тупо не хватило, чтобы хотя бы ничью сделать. Ладно, врагореза накинем, чтобы его удар был щитом самый первый. Так, нужны мехи. Еще пробафы. Так, еще один хламобот. Может, тогда лучше поставить хламобота вместо кобальтового стража, правильно? Это будет круче. Намного круче, они, почитайте, бафаются. Еще один хламобот. Все, ребят, морозим, морозим. Супер, это, считайте, будет у нас триплет. Новая раскопка. Можно апнуть таверну. Ну, кстати, смысла, да, не будет особого. Потому что это шестой ранг, это последний. Дальше уже дуплетить не получится. И смотрите, какие здоровые демоны. Это, походу, дело из забрана, да? Капец, лоскутик, тут столько мяса. Ну, главное, чтобы хламоботы качались правильно. Так, стрелухи с демонов. Блин, минус один хламобот. Но не особо раскачался, кстати, демон. Нужно, знаете, каких мехов найти? Которые, типа, предсмертным хрипом спамятся, призываются. Вот эти мехи дохнут. И, блин, вот этот демон еще на 5 атаки. 4 здоровья остается, лол. Нужно срочно усиливаться. Какие-то проспамы нужны, чтобы хламоботы лучше качались. Ладно, короче, качаем таверну. Правильно. Нужно будет что-то продать, чтобы потом хламобота выкупить. Продать можно, допустим, даже стенку. Без проблем. Нашего раздражатора. Он все равно уже как-то не качается. Как-то его апнуть не получится. Уже есть более крутые мехи за данную стоимость, более Согласен, от крутыми таких надо статами. избавляться. Погнали кобальтового сперва закинем, чтобы он тоже щит получил после разыгранного меха нашего. Хламобот уже, по-моему, по дефолту 10-20. И еще, пожалуйста, меха. И ученица Кангора призывает двух первых погибших механизма в этом матче. Берем. Но поставим мы ее, конечно же, не в начале, а где-нибудь в конце, желательно перед хламоботом, чтобы потом она воскресила еще и мехов. Правда, воскрешает она мехов без магнетизма, скорее всего.
Потому что в описании этого нет. Так. Тут, кстати, гиенами, да. Мукла это на зверях. И, кстати, он топ-1. Блин. Возможно, сейчас и отлетим вообще, если эти гиены раскачаются. Но врагорез хорош. Радон отдался. Минус одна гиена. Давай гиену, гиену, мочи гиену. Блин, крысы еще скрываются. Ну, крысы, кстати, не особо бафнутые. Всего лишь плюс 3 к атаке. А у нас хламобот больше качается. Правда, атаки много. Но здоровья у гены нет. Все, она отлетела. Крысы уже без проблем отлетают. И тут до хрена урона, слушайте. Есть, есть. Ровно 21 урон и минус топ-1. Сразу же выщелкнули, лол. Был топ-1 и до свидания, короче. Нормально. А, так, ну здесь надо брать именно раздражодуля. Кошмарное слияние, я думаю, мы уже, наверное, вряд ли расплодим. Лучше здесь микробота сразу же замагнитить. Нужно какого-нибудь меха нормального найти. Нужен нормальный мех, еще один. Какой-нибудь мех. Пойдет охранный ровер, в принципе. На случай, если ничего не найдем. Ну да, уже маны все равно не остается. Так, еще, кстати, магнетизм. Пробав с котика. Но придется морозить, да? Лучше еще что-нибудь раскопаем. Ну, тут ничего нет. Ладно, охранного ровера закинем. Считайте, охранный ровер спамит стол. Получает щиты кобальтовые. Качается охран, этот хламобот. Все получается круто в этом плане. И опять Нефариан. Блин, у него, кстати, 5 хп. Но минус все щиты. Сразу же просто минус все щиты. У него колода типа на демонах с щитами, с хрипами. У него тоже есть кобальтовая воскресительница это. Конгорша. Так, стенка. Ну, у нас, смотрите, уже все мехи погибли. Лола, там щиты. Ладно, воскрешай мехов. Так, врагорез, супер. Ну, тут вообще нифига никак. Слабенькие статы остались. Фигня. Ну да, без магнетизма воскрешается. Так, еще раз воскрешается. Ну, нормально, ребят. Тут у нас дофига урона, считаете. Late game весь выжил. Минус 16. Минус Нефариан. Нормально. Отомстили Нефариану за то, что нас тогда продамажил. Как насчет Брана? Я думаю, нет. Нужно находить именно мехов, хотя тут есть и Аргус, слушайте. Давайте минус кошмарное слияние. Короче, Аргусом прокачаем наших мехов на таунты. А потом мародерам можно будет их еще и забафать. То есть в лейт-игре лучше даже, когда нет крутых мехов, нет триплетов, просто бафать стол таким образом. Стол бафаем, усиливаем, это уже круто. И можно взять кобальтового для начала, правильно? Выставить, если что, его. Так, и врагорез тут есть. Лол, какие крутые существа. Ладно, подморозим. Пока поставим врагореза, потом выкупим... поставим кобальтового, потом выкупим врагореза, если что. Стол офигенный, на самом деле. Лоскутик. Лоскутик, ребят, на демонах. Ну это жесть, жирные демоны, еще Малганис есть. Кстати, вот эта стенка у него не очень сыграла. Совсем не очень, мало стенок призвала. Так, по стрелухе. Ну тут нормально у нас, ребят, щиты работают. Так, а нет, он не умер, да. Ну вот этот вот единственный жирный демон у него пока остается. Два жирных демона. Но урона у нас тут реально дофига. Так, нужно, чтобы сперва мехи погибли, правильно? Так, еще щит получился, лол. Ну все, минус лоскутик. Дофига урона просто. 23. И, кстати, пират Глазастик на первом месте. Я с ним ни разу не встречался. Лол, походу сейчас можно и отлететь. Ладно, берем врагореза. Дайте, пожалуйста, еще одного врагореза, либо кобальтового. Так, тигр. Так, мехов нет. Так, можно взять магнетизм, возможно. Просто остается, ребят, 4 маны уже. Нужно как-то усиливаться. Ладно, берем магнетизм. Тогда кобальтового продадим. И даже нашего врагореза этого замагнитим. Поставим еще одного врагореза, наверное, сюда.
щитом врагорез не погибнет в любом случае сначала, так что потом эти мехи еще призовутся для прокачки хламобота. Но я думаю, все, мы готовы. Так, и это тоже на демонах. С Малганисом. И, блин, жирный демон один есть, кстати. Хотя, погодь. Что-то как-то слабенько, слушайте. Это как-то слабенько. Лол, как он до топ-1 дошел? У нас еще и мехи воскрешаются. Лол, еще и в щит разбился. Офигеть. 30 урона просто унесло. Лол, это реально топ-1. Ну, по-моему, ребят, мехи очень имбалансные. Собирайте мехов обязательно, чтобы апать ранг. И также можно фармить голду. Ну а если видео вам понравилось и вы хотите больше полей сражений, то, конечно же, не забудьте поставить лайк. Сделаем с вами обзоры еще других колод. На мурлоках, возможно, на демонах. И до скорых встреч в следующих видео. Всем удачи и пока!